Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры художников, пользуясь книгой «Великие музеи мира». Мужская голова. 2140-2120 год до нашей эры. Известняк. Высота 13. Не осталось никаких сведений о том, где была найдена эта голова. Однако, если судить по чисто стилистическим признакам, то ее можно отнести к так называемому новошумерскому периоду. Серии богатейших находок, в основном статуэток жрецов и правителей, датируются 2100 годами до нашей эры. Эта голова принадлежала, скорее всего, скульптурке, изображавшей жреца. Для этого сословия типично выбритая голова, сросшиеся брови считались признаком красоты. Голова очень изящна, черты гармоничны, идеализированы без лишней детализации. Тонкий нос сочетается с округлым мягким овалом лица. Фактура обработанного известняка очень приятна. Вот такое описание. Я взял из книги «Великие музеи мира». Мужская голова. 2140-2120 год до нашей эры. Известняк. Пока-пока. До свидания.